Всем привет! Добро пожаловать на канал. Давно хотел провести такой эксперимент, попробовать антенну телескопическую для носимой радиостанции. Сейчас проведем связь сначала с стандартной антенной укороченной и потом четвертушкой телескопической, четверть волны на 145 МГц. RX3 UTS, R3 КДВ, прием, как меня слышно? Олег, что-то на грани, совсем плохо сейчас слышу. 1-2 балла, ты совсем пропадаешь. Нестабильный сигнал. Первый раз вроде сильнее было на приеме. Я понял, я вот сейчас место другое нашел. Как меня здесь принимаете? Олег, вот сейчас нормально слышно, все хорошо. Давай еще раз, чтобы питали. Ну давай повторим. R3 КДВ. Здесь как меня по уровню сигнала? Я попробую сейчас другую антенну перекрутить. А вы там пообщайтесь, я как раз подстроюсь. А ну сейчас 3 балла, Олег, все нормально, хорошо слышно. Прикрутил телескопическую антенну. Подстроил немножко. Сейчас проверим, как нас будет там слышно. RX3 UTS, R3 КДВ. На другую антенну, как меня принимаете? Ну, сейчас отлично, уже 6 баллов. Это значит, сколько бросит, забыл. В общем, получше гораздо, например. Понятно. Ну вот, это телескопическая антенна. Как раз она прибавку, наверное, и дает. То есть было 3 балла, сейчас 6. А сколько там по децибелам получается это? Понятно. Ну вот так вот. Четвертушка полноразмерная, она всегда лучше, чем укороченная антенна в лесу с нее. А, понятно. То есть ты сколько она у тебя длина? Полметра где-то? Ну да, где-то полметра. Я тут так подвигал туда-сюда по приему. Подстраивал. Плюс по приборчику так. Могу сейчас поэкспериментировать, еще подвигать немножко. Понятно. Ну вот я сейчас, видимо, частота резонансная ушла. Я ее подлиннее сделал. Она где-то сейчас 60 сантиметров. Сейчас должно быть хуже. Теоретически. Что там на практике? Хуже не стало. 7 баллов стоит уверенно. 7 баллов. Так что... Хуже еще увеличить. Ну да, возможно, тут не угадаешь. Так, а давай я укорочу, как я хотел, еще на... Определенный тут размер у меня были замечены. Сейчас сделаю на риску. Чуть-чуть сдвину и проверим. Да, не начнем, то загорается, Олег. Тут эффективность антенны возрастает. Не знаю там, от чего зависит. Температура антенны больше. Значит, лучше работает. Хоть первый, наверное, хуже, не знаю. Так, ну вот я сделал ближе к как раз к четвертушке. Получается. Сейчас, наверное, хуже будет. Может, даже чуть короче она. 5 баллов, Олег, 5. Так, возвращаем назад. Принял? Да, принял. Я решил длину назад. Вот на 60 сантиметров ее выдвинул. Наверное, самый лучший вариант получается. Я понял. Ну, значит, будет походная антенна. Ты сейчас опять где-то там в лесах заблудился? Да, я в лесу, но опять чуть-чуть немножко сместился относительно других там экспериментов, метров, наверное, на 30-40. Там народ находится. Ну, вот местечко такое нашел. Опять около озера, в лесу. Ну, 14 километров где-то между нами. О, ясно. Ну что, это прилично, с руки-то.
Все, спасибо, всех благ, пока, 7-3. Ага, пока. Вот так вот. Длинная антенна всегда эффективнее всяких укороченных. Если нужно идти в поход, желательно с собой взять какой-нибудь длинный складной прут или телескопическую антенну. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.